Т-26Э. Еще одна имба наравне с Т-28Э. Только за эту заплатить надо, конечно, чего не советую. Но ради экранов разок можно. Сам по себе Т-26 является резервом и ничего прям особенного из себя не представляет. Посредственная подвижность, посредственная броня, только вот пушка нормальная. Как бы он просто есть, чтобы разбавить сетап. Или он есть в игре, потому что в жизни он есть. Короче, задумку улиток по вводу техники я так и не понял. Походу, просто модельки рисуют и выпускают на поле сражений полей полей. Неважно, Т-26 смотрится действительно тускло. Но на помощь приходят экраны. Изначальная броня в башне и корпусе 15 мм. А экраны в два раза больше, 30 мм. По итогу что? Броня у нас 45 мм. И это на 1.3. Напомню, у Т-28Э 50 мм на 2.3. Но есть нюанс. Почему-то гений инженерной мысли не расположил экраны вокруг мехвода. И там остаются те же 15 мм. Казалось бы, не критично, но не при таких размерах. Очко мехвода составляет примерно треть ВЛД. И говорить про то, что выцелить это не так сложно, такое себе говорить, выцеливают. Поэтому приходится изъеживаться. По идее, в идеале поставить под огонь как раз бронированную левую часть корпуса. Мехвода же пытаться скрывать за рельефом или каким-то небыло объектом. Не забываем также о наличии киберкустов. Можно заклеить весь танк, подставить ромб и танковать в удовольствие. Только ромб надо не перекручивать, в бортах экранов нет. По живучести слабенько, всего 3 члена экипажа, а топливные баки почему-то только в МТО. Опять глупые инженеры проектировали танк не для War Thunder в 2022 году. Орудия, повторюсь, хорошие. Классика резервного советского жанра. Пробивная, скорострельная, камерная. Подвижность, да, пострадала. Но Т-26Э, типа же тяж получается, и нет смысла куда-либо врываться. Спокойно едешь, спокойно отстреливаешь фраги, спокойно пытаешься танковать и наебать. В совокупности получается хороший прием, такой своеобразный тяжик. Хотя нет, скорее средний танк, нежели тяж. Есть более лучшие танчики на этом БР по бронированию. Но у них нет самого главного — экранов. И именно поэтому давайте составим на этой неделе сетапчик Т-26Э. Ты знаешь, что делать. Поставить лайк, написать комментарий больше 5 слов. И подписаться, если не подписан. А, еще расскажи другу, а то он не поверит, что мы тут собираем имба-сетап для Т-26Э, который находится на том же БР, что и Т-28-1938. Прародителя Т-28Э. Я себя очень плохо вел. Я себя очень плохо вел. Я себя очень плохо вел.